будем делать и кусочных снеговичков, ангел и звездочек, и елочек. Елочные игрушки, да, из биокерамики. Скажи, как делается биокерамика? Керамика делается из полной воды. Из полстакана воды? Из полстакана воды и мука. Стакан муки? Стакан муки и стакан соли. Угу. Что мы потом сделали? Добавили пищевые? Класситель и еще не писевой. Да. Что сначала сделаем? Елочку? Раскатаем для елочки зелененькое тесто. Умница, я думаю, достаточно. Вот я взяла формочку, я буду делать елочку вот такую, и украшать буду по своему вкусу. Угу. Потом мы будем это все сушить. Да, соль хрустит. Сушить в духовке. Мы духовку подогреем сначала на 120 градусах. Потом выключим. И игрушки будем сушить до остывания духовки. Теперь я украшаю елочки игрушками. Такие разноцветные, да, везде? И мы сделали дырочку для того, чтобы продеть нитку и повесить на елку настоящую. Угу. На саму елку повесить еще маленькие елки. Да. Будет елка с елками, да? Я буду делать ангелочка. Угу. Из какого теста? Из белого. Угу. И еще главное, я оставлю для снеговичка. Да, для снеговичка у нас достаточно будет. У нас формочка снеговичка, елочки, снежинки и ангелочка. Хрустит, как снег, да? Мы сделали снеговичка вот такого. И у него носик. Есть глазки, и салфики, и ведёнышко. Красивый снеговичок, да? Угу. Делать вот такую снежиночку. Желтая будет? И чем ты еще украсишь, да? Как думаешь, чем ты ее украсишь? Ну, подумаешь, да? Я раскатываю колбаску для колечка, и я знаю, как колечко. Угу. Что тебе понадобится для этого? Полосочку. Две полосочки, да, таких? Потом ты их вместе скрутишь, да, как косичку, и соединишь. Будет колечко. Миланочка еще решила украшение сделать себе. Она такое уже себе делала. Только я ее случайно поломала. Да, ну ничего, теперь сделаешь новое украшение. Еще лучше, да. А игрушечки наши уже тут подсыхают потихоньку. Мы делаем бусы. Мы, когда это все засохнем, будем прилипать. Мы делаем кружочки для начала, да? Угу. И шпажкой дырочку. Да. Получается такая бусина. Мы их делаем много, да, вот так, разноцветных таких бусин. Потом будем, да, клади в духовочку. Потом будем нанизывать на нитку. Теперь у нас все сушится. Позже мы наденем ниточки и покажем все, что у нас получилось. Мы уже сделали, и я нанизываю свои бусики. Угу. У всех здесь такое, им надо до завтра досохнуть. Да, немножечко еще полежат, досохнут. Мы будем потом лаком скрывать. Угу. И нанизывать веревочки. Да, вот такого мы еще сделали. Пряничек, да? Пополам. Елочки.
раздумали. Мы хотим, чтобы и они стали твердыми совсем. Такие бусики получаются с украшением. Я уже покрываю? Покрываю лаком на такой специальной бумаге. Чтобы столик не вымазать, да? Угу. Вот, уже покрыли и с блестками лаком, и золотым лаком, и серебряным. А снеговичка решили прозрачным просто лаком, чтобы он беленьким оставался. И пряничек мы тоже покроем. Миланочка, покроешь, да, прозрачным? Это тоже Дед Мороз. Ну, вот какая елочка нарядная получилась. Сейчас все высохнет, проденем ниточки. И вот очень нарядная. Вот такая красотища у нас получилась. Да, украшение на елочку. Просто красота. И браслет. Вот. Все висит, переливается. Вот. Класс. Да.